Шана Това, дорогие друзья, и поздравляем вас с Песахом. Время кушать мацу, а также проходить седер. Это время нашего воспоминания. Не того, что только мы вышли из Египта, а также, что мы вкусили эту Пасху, вышли из Египта, прошли наш путь и зашли в землю обетованную. В этой обетованной земле Всевышний дал нам избавление. Избавление было распято на Голгофском кресте, и он стал нашей Пасхой, нашим исходом. Поэтому я поздравляю вас с этой Пасхой, с нашим исходом из рабства. И он дает этот исход бесплатно. Вера. Вера в то, что Бог это сделал однажды для всех поколений. И я знаю, верующий в него не постыдится. Так давайте будем праздновать нашу Пасху с радостью, с весельем, без уныния, надеясь на то, что Бог все уже совершив, мы получаем на большую радость Песах, как прекрасно это слово. Поздравляю! Лешана Това Берушалаем! Дай Бог нам встретиться еще раз в Иерусалиме!